Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной обзор на интересного героя с 9-й прокачкой. Я вам показывал уже интересную прокачку для Рину с огненкой 9-й. Сегодня у нас будет немножко другой Рино, собран на отражалку тоже, но с оживами. Вот такой вот 9-й ожива, он два раза будет у нас резаться. Плюс огненка 8 будет руной, тоже в принципе неплохо. И панчбокс. То есть такая вот сборка. Победный выпад плюс 15% отражалки. Со звездами он у меня собран от фонаря, скажем так. Жизнь плюс крит сопротивление плюс крит. В общем, вот такая вот сборочка. Поехали, посмотрим на него, что он может. Сейчас начнем. Вот отлично, есть какая-то раста. Интересное. Так, вот у меня смотрителя нет, как раз то, что надо. Поехали. Включится, не включится. Вот, наконец-то он включился. Но, как видите, Бигфут замораживает, и он, в принципе, накрас практически слился. Но 2 на 1 так немножко неинтересно, нечестно. Так, надо найти что-то поинтереснее, попроще. Ну-ка, тут попробуем. Называется попроще. Ой, да он неплох. Заблочил Ара, к сожалению. Ну, унес, в принципе, ворожея. Да при том, что у меня сейчас нету смотрителя. Такс, это не то. Ну вот, более-менее попроще. Ну, панчбокс, конечно, такая зона атаки. Вот, отлично. Как всегда. Короче, он затащил, он ушел в инвиз. Нравятся мне эти инвизы. Он просто, я включил админ панельку, и оно сразу зависло все. Так, немножко не тот сервер. Такс, продолжим обзор на имба героя. Не хотят они раскрывать все секреты. Так, ой, отлично. Люблю китайку, потому что тут очень много героев стоят. Ой, смотрите, что делается. Минус огник, поговорю огник, минус некрас. Так, ну чё, ворожей, ты что-то сделаешь? Нет, ворожей будет однозначно убиваться. Так, блин, прикольно с панчбоксом он смотрится. Носорог бегает, сливает всех. Так, кто у нас там следующий? Кстати, против Асуры интересно посмотреть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну. 1-1, можно сказать, но у меня есть еще две жизни в запасе. Интересно. Ну, против Рэя, я думаю, он тут уже ничего не сделает, хотя, в принципе, он делает забор энергии. Единственное, да, тут, как видите, без вариантов. Против Фрей варианта просто нет. Но так, в принципе, довольно-таки неплохо себя показывает против других героев. Так, идем еще искать. Так, тут у нас ПБшка. Вот есть еще один. Супер. Ну, в общем, против некроса донатного героя он реально тащит. Огненка смотрится очень круто. Дальше уже все.
Дальше без вариантов просто. Так, ну посмотрим. Ну тут против огника, думаю, тоже вариантов особо не будет. Если еще смотритель есть активированный, а он тут скорее всего есть. Да, тут. Тут вариантов не будет у нас. Ну, почти. Так, идем посмотрим. Ну, не знаю, на подземках. Не сильно подземочные герои. Дальше интересно будет на PvP локациях посмотреть. Конечно, панчбокс это не идеальный вариант для него, потому что ему урон нафиг не надо. В такой сборке ему лучше от хил ангела поставить. Но все равно это лучше, чем... Думаю, что это я сделал. Так, это не так, кошмарка немножко. Так, окей. Заходим сюда, смотрим. По идее, он тоже нормально жить. Фанчбокс, конечно, круто. Но все-таки, наверное, тут лучше того же самого ангела. Он будет получше выдерживать все. Ну, не знаю, этот не пробивает. Минотавр не может пробить его. Странно как-то. То чувство, когда ты стоишь в стане, но тебя убить не могут. Так, ну вот оно пошло. Да, маловато отхила. Панчбокс, конечно, это круто, но не то немножко для этого героя. Поставим меньшим. Вариант. Ну, даже тут зараз сейчас затестим. Вот, теперь совсем другое дело. Посмотрите, насколько он стал без панчбокса лучше. Третий заходик. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, посмотрите, против скольких героев он сейчас выдержал. Стрелка даже ушатал. Вот это уже поинтереснее будет. Так, ну, вот, кстати, встреча номер два. Да, блин, ну чё вы заходите тогда, когда не надо? Так, попытка номер два. Я опять к вам пришел. Так, один раз слили. Ну, смотрителя надо. Со смотрителем, конечно, было бы попроще, да. Но все равно посмотрите, как поубивались. Интересно. Так, идем теперь обратно на тест. Тест на прочность. Урона меньше, зато выживаемость намного лучше будет. Ну, вообще совсем другое дело. Посмотрите, разница, поменяли только одного питомца. Вроде панчбокс круто, но ангел разница, как видите, очень большая. Не надо ему урон. За счет ангела он выдерживает. Да, разница причем в разы, смотрите, мы до сих пор держимся. Просто мало героев, которые выдержат
на себе Месу, причем у него не топовая прокачка, не максимальное там уклонение и прочее, то есть он собран по-простому, скажем так, да, пятерки, ну и девятка ожила, все, а так в основном каждый может такого собрать. Ну, получше, однозначно получше. Идем на по локации. Так, ЗБшечка. У меня вот нигде здесь не стоит. Не, все-таки стоит. Где-то спрятался, а вот ты. Так, значит, делаем команду тут. Такс. Интересно, срабатывает против отражалки, конечно. Ну, видите, восьмой огненки вполне хватает. Две оживы, мне кажется, даже такой вариант более оптимальный, чем огненка просто. Так, интересно, Атлантик был. Ну, ничего себе. Смотрите, что демоны делают. Хм, убили. Наложили молчанку, не дали зарядиться, включиться, убили. Прикольненько. И ожива нас не спасла. Ну чё там, добейте уже эту фраю бедную. Ничего себе, фрая не могла убить так долго. Я думал, пошатает сразу. Так, хорошо, есть. Нет, ещё кто-то жив. Что это было? Непонятно. Блин, ну дайте хоть какую-то интересную пачку. Такую себе. Может, тут вторые эвы будут. Ну, отлично. Смотрим. Ара заблочит. Ара не успел заблочить. Не, все-таки успел. Как видите, все-таки он не настолько универсальный, как другие герои, но вполне в команде может неплохо помочь. Ну, конечно, он не такой имба, как другие герои с такими прокачками. Интересно, интересно. Посмотрите, держится все-таки. Еще заходит. Но череп тут против черепа не вариант. Но Гаргул убивается, череп, да, видите, немножко не хватает. Ну, все-таки, конечно, если бы было бы уклонение там топовое, то он бы тащил. Но вот так вполне даже неплохо. Стрелок убился, Гаргул тоже почти убился.
Однозначно достойный герой для бездоната. Ну, такое вот. Ну, не знаю, в принципе, и тот интересный Рину, но мне кажется, этот более будет универсальный и в команде, потому что у него есть хотя бы ожила двойная, там получится немножко больше дефа, хотя, по сути, это разница в 5%, но там добавляется жизнь. То есть, есть нюанс, и тот Рину хороший, и этот хорош, в принципе, тут вопрос, что тут жизни больше, плюс 40%. А живу рунами поставить можно, тоже неплохо. Но такой вариант тоже достоин. В общем, не знаю, надо будет потестить еще обоих. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.